Добрый день, уважаемые зрители. Интересный парадокс. Почти все отечественные приложения, обязательные к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать сведения о пользователях за рубеж, выяснили эксперты. Доступ к информации получат Google, Microsoft и Huawei. Как известно, почти все отечественные приложения, которые с 1 апреля обязали предустанавливать на продаваемые в России смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж. Эксперты организации проанализировали код 16 классов программ для Android и iOS, среди которых, в частности, были приложения Mail Group, Яндекс, лаборатории Касперского, компании новой облачной технологии, госуслуг и платежные системы МИР. Они выяснили, что весь российский софт, кроме приложения платежной системы, содержит аналитические трекеры, которые собирают сведения о пользователях и передают их зарубежным компаниям. Данные российских пользователей могут получить Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие иностранные IT-корпорации. В основном такая информация используется для таргетирования рекламы. Обязательные к предустановке отечественных приложений и раньше передавали данные иностранным компаниям, но пользователи ставили их по собственному желанию. Сейчас это в обязательном порядке, предустановлены они уже на смартфонах и планшетах. Власти сделали предустановку этих приложений обязательной, то есть де-факто они взяли на себя ответственность за передачу данных граждан третьим лицам в других странах. Хотели как лучше, получилось как всегда. Представитель Минцифры, комментируя исследование организации, отметил, что предустановленные российские программы размещены в магазинах приложений и требования к ним аналогичны требованиям к другим сервисам, которые пользователи могут устанавливать по своему желанию. Отличительная особенность – по своему желанию, а тут они уже предустановленные, которых еще и к тому же нельзя в большинстве случаев удалить. При этом разработчики обязательного к предустановке софта утверждают, что обойти без иностранных трекеров крайне сложно. Технологии, потому что используются западные. Представитель новых облачных технологий в разговоре с изданием отметил, что использование этих технологий является стандартом для приложений, которые распространяются через магазины Apple и Google. А российских аналогов им нет. Вот в том-то и дело. Сначала надо технологию создать, а потом уже деньги на этом зарабатывать. В лаборатории Касперского сообщили, что данные передаются трекинговым сервисам только анонимно и с согласия пользователя. Директор по данным в Яндексе Иван Черевко заявил, что компания не передает персональные данные третьим лицам, а трекеры помогают улучшить пользовательский опыт, управлять уведомлениями пользователям и оптимизировать рекламные настройки. В Mail Group от комментариев отказались. Закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в стране гаджеты начал действовать.